Я тут нашел парня и хочу рассказать о нем раньше остальных. Репортаж об актере, про которого никто не слышал. Скоро о нем услышат все. Как его зовут? Джеймс Дин. Фильм Антона Корбейна. Я Джимми. Что ты в нем увидел? Он немного странный, но очень искренний. Режиссера фильма «Контроль». Привет, Денис. Ну что, не против сфотографироваться? Вы сделаете меня знаменитым? Гарантирую. Реальная история. Я хочу рассказать не о твоем персонаже, а о тебе. Думаешь, мне не добиться славы без твоей помощи? У меня просто есть пара идей, и когда ты увидишь фото, тебе они очень понравятся. О бунтаре? Музыка, фотография, искусство меняется, и Джимми — символ этих перемен, который стал иконой. Денис! Спускайся, поехали отсюда! Я не собираюсь такое печатать. Парень пьяный в стельку. Такой, по-твоему, у этих перемен лидер? Не двигайся и ухмыльнись. Мистер Орнам тебя поддержит, Джимми. Дуглас Фэрбанкс, Кэгни, Богарт. Даже они следовали правилам. Ты должен следовать правилам. Не хочу я ничему следовать, я просто хочу быть хорошим актером. То, о чем ты мечтаешь, само на тебя не свалится. Он скрытный и ненадежный. Он творец. Я тоже гребаный творец. Я растворяюсь в своих ролях. И не хочу растворяться во всякой чепухе. Все так быстро меняется. Фотографии всех впечатлили. Мы с тобой оба здесь были. Жизнь. И в этом моменте мы живы. Скоро на экранах.